также испытать своего ребенка. Ведь я хочу все злое из себя, то, что мне в голове родители, выпустить. Ага. Я коротко расскажу. Владислав говорит о том, что почему вы просто бездумно воспроизводите, вот как воспитывали вас, так и воспитываете его. Можно отвечу. Со стороны родителей, все именно так, как Владислав и сказал. То есть каждый родитель дает ребенку лучшее из того, что он считает лучшим в этот момент времени. Не факт, что он будет считать, что это хорошо 20 лет спустя, но сейчас он дает лучшее из того, что знает, из того, что имеет. И вот хорошо Таня рассказывала, а почему бы маме не рассказать этому ребенку, что есть там мир за холмом, за рекой и так далее, пусть он летит туда. А правильный ответ, потому что она сама там никогда не была. Ей просто неоткуда взять это знание. Она считала, что там нет мира. И мы не можем дать ребенку того, чего у нас нет. И поэтому говорить, что пусть ребенок живет лучше, все родители хотят, чтобы ребенок жил лучше, но не дают из своего ограниченного опыта и ограниченных убеждений, основанных на убеждениях, впитанных от своих родителей, тоже незрелых и тоже не идеальных, от социума, который тоже не идеальный. И вот этот коктейль в лучшем виде, как могут, передают детям.